Несмотря на отмену чрезвычайного положения в стране, карантинный режим все еще сохраняется. В связи с этим в Таразе было создано 11 мобильных групп для анализа санитарного состояния ряда объектов, расположенных в городе. Как известно, в настоящее время ряд торговых точек уже начали свою работу. Специальная мобильная группа, осмотрев торговые магазины, проводит разъяснительную работу по объектам, не соответствующим санитарным требованиям, дает замечания. Ответственные лица отметили, что отсутствие антисептических устройств, свободный доступ населения к торговым магазинам без масок будет способствовать развитию эпидемии. Поэтому необходимо строго соблюдать все санитарные эпидемиологические требования. На данный момент созданными мобильными группами проводится большая работа, в том числе и разъяснительная. Непродовольственным магазинам поручено строго соблюдать санитарные меры.